20 век. Время великих открытий и больших скоростей. Его еще называют неспокойным, тревожным. Говорят о быстром темпе, о невероятном ритме жизни, о лавине информации, которая буквально захлестнула человека. А его самого человека упрекают в сугубо деловитости, в практицизме, в оскудении чувств. И действительно, мы часто с вами сетуем на дефицит душевных качеств, доброты, чуткости, нежности. А ведь именно эти чувства всегда, во все времена согревали человеческие отношения. А вот вспомните, так ли уж часто вы употребляете это слово «нежность». А чувство нежности сродни чувству счастья. Лишь к нежности привыкнуть невозможно. Привыкнешь, и кончается она. Очевидно, поэтому в народе стала так популярна эта песня, тихая, задушевная песня, которая претендовала-то не на многое, пробудить в нас нежность. А появилась она в 1965 году, и так она и называлась «Нежность». А подарили нам ее композитор Александр Пахмутова и поэты Сергей Гребенников и Николай Добронравов. Осенью 1967 года в переполненном зале городского театра в Сочи на международном фестивале современной молодежной песни председатель жюри объявил: первое место присуждается произведению советского композитора Александры Пахмутовой на стихи Сергея Гребенникова и Николая Добронравова «Песни «Нежность». В Сочи летели приветственные телеграммы, письма. В них слова благодарности авторам песни, слова взволнованные, искренние. «Нежность, нежность!» — скандировали тогда участники фестиваля. Песню пришлось повторять снова и снова. Снова летела мелодия. Сама, словно набирая высоту, совершала виток за витком, поднимаясь все выше, выше. А ты... Ты летишь, и тебе дарят звезды свою нежность. Песня звучала как гимн любви, верности, мужеству. Известно, что истоком этой песни послужили полтора часа, которые потребовались первому сыну Земли, Юрию Гагарину, чтобы первому подняться в космос и облететь земной шар. Александра Николаевна, Николай, вашей песне, удивительной песне «Нежность», скоро исполнится 20 лет. Вот что она для вас? Чем дорога? Ну, разлука, наверное, во все века была материалом для создания лирических произведений. Особенно, когда разлука связана с иной стихией, с морем, небом. В наш век, когда скорости возросли, расстояния резко увеличились, когда уже сейчас мы измеряем разлуку и космическими расстояниями, когда женщины провожают своих любимых уже так далеко, разлука становится, может быть, еще глубже, еще нежнее. Ну и еще одно хотелось бы сказать, что появление в песне Антуана де Сент-Экзюпери – это не просто дань уважения большому писателю, замечательному летчику. Он появился в этой песне, как мне кажется, это был первый человек, который из кабины самолета посмотрел на небо, на звезды, посмотрел глазами поэта. Вот. Спасибо. А для вас, Александр Николаевич?
Ну, я не могу сказать так. Не смогу сказать так хорошо, как ты сказал. Но мне эта песня тоже очень дорога. Может быть, потому, что за это время у нас было не один раз мы убеждались в том, узнавали, вернее, о том, что она нужна и нужна людям, для которых и которых мы ее писали. Вот это очень, очень дорого. Нам очень приятно, что эта песня в репертуаре была и есть в репертуаре многих исполнительниц. Так я вспоминаю прекрасное исполнение этой песни кубинской певицы Лурдес Гиль, французской певицы Фриды Бакара, исполнительницами из ГДР, Польши. Для меня было очень... Благодаря этой песне я познакомилась с очень талантливым и очень любимым мною кинорежиссером Татьяной Лиозновой, которая, вот, собственно, у которой все музыкальная ткань фильма «Три тополя на Плющихе» была построена вот на песне «Нежность». Это была инициатива режиссера. Для нее через эту песню это был такой целый, так сказать, взгляд на жизнь. И мне вот эта работа тоже очень, очень дорога. Но первое звучание песни и жизнь ей дала замечательная наша певица, очень тонкая, умная исполнительница Майя Кристалинская. Я считаю, что мне
повезло. Не каждому артисту доводится получать такую песню. Я счастлива, что я действительно первая исполнительница этой прекрасной песни, которая вошла в Золотой фонд советской песни. Именно в 67-м году она была, в общем-то, почти новая. Она еще была недавно написана. А сейчас, по прошествии уже стольких лет, я могу сказать, что песня выдержала испытание временем. Это действительно настоящий пример настоящей советской песни. Мне приятно также, что она вышла уже за рубежи нашей страны. И, будучи за границей, мне приходится слышать, что она исполняется. И даже однажды в Финляндии мне в обществе советско-финской дружбы пришли товарищи и сказали, что они захотели мне показать эту песню «Нежность», которую они выучили хором на русском языке. Эта песня была написана Юрию Алексеевичу Гагарину. Он очень любил ее. Ее любят космонавты. И эта песня – символ ожидания. Хозяйку этого дома Светлану Александровну, их дочь Татьяну и героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, полковника Валерия Ильича Рождественского. Валерий Ильич, ваше мнение об этой песне, мнение космонавта, ваших товарищей, ваших близких о ней? Александра Пахмутова, потому что она является большим другом всего отряда космонавтов. Она была большим другом и Юры Гагарина. Может быть, поэтому она, ей удалось вот как раз поймать то основное, что является отношением и среди космонавтов, и отношением внутри семьи. Когда возвращаешься с полета, и тебя здесь встречают друзья, руководство. И, конечно, глазами ищешь лица своих близких. Видишь на их глазах слезы радости. И невольно думаешь о том, что им стоило пробыть это время одним, когда их близкие, мужья, отцы выполняют важное задание Родины, правительства. Потому что, пожалуй, одно из самых трудных, тяжелых моментов жизни – это ожидание, это согласится любой. А ожидать возвращения близкого и любимого человека из далеких просторов Вселенной, это, конечно, по-моему, вдвойне тяжело. Поэтому мы благодарны всегда
нашим детям, когда они нас слушаются, когда не мешают нам готовиться к полету, когда радуют нас своими оценками. Мы рады, когда наши жены помогают нам, причем это большие помощницы во время подготовки к полету. Мы приносим им всегда большие слова благодарности, всюду всегда говорим, что без них было бы сложно подготовиться к полету. Поэтому, в общем-то, не случайно, наверное, что среди космонавтов нет холостых. И такая песня, как «Нежность», она, конечно, именно подчеркивает, мне еще раз хочется повторить, вот эти вот те все теплые чувства, которые помогают нам. Живет герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР, полковник Леонид Иванович Миненко. За 8 месяцев до конца войны он закончил летное училище. На его счету 93 боевых вылета. 3 ордена Красного Знамени и орден Великой Отечественной войны первой степени были ему наградой за мужество и героизм в боях. Все послевоенные годы летчик испытывал самолеты самых разных конструкций. Но однажды при очередном полете что-то случилось с машиной. Надо было срочно решить задачу со многими неизвестными, взвесить шансы. Большая высота, невероятная скорость. Выход один – катапультироваться. Неудачное приземление на дерево. Сломаны обе ноги, поврежден позвоночник, тяжелая травма головы. Но в те короткие мгновения, когда летчик приходил в сознание, в голове стучал один и тот же вопрос: успел ли сообщить конструктору о причинах поломки самолета? Врачи спасли ему жизнь. Но в жизни летчика-испытателя, в жизни героя Советского Союза полковника Леонида Ивановича Миненко этот полет был последним. Сколько бы ни летал он, каждый раз, когда он уходил в небо, эти часы, минуты были часами самого тревожного ожидания для всех его близких, и особенно для его жены Ларисы Петровны Миненко. Вот у меня сейчас в руках пластинка, подаренная мне Леней Али Пахмутовой. На ней несколько песен. Мы учим летать самолеты,
обнимая небо и нежность. Но любимая песня в нашей семье – это нежность. Впервые я услыхала эту песню 20 лет назад. Пришла с работы, и вдруг диктор передает по радио, что будет исполнена новая песня Али Пахмутовой «Нежность». Первые звуки мелодии так захватили меня, что я присела и вся отдалась этой песне. И я подумала, боже мой, ведь это песня обо мне и о Лене. Это песня о нас, женах летчиков, которые умеют ждать. И вы знаете, пронеслась вся жизнь, прожитая с Леней, все трудности, переживания, которые были у нас, но все позади. И вот вы знаете, мы очень часто дома и напеваем, и слушаем эту песню. И как хочется, чтобы все понимали, насколько нужно быть добрым, нежными и ласковым. Эта песня заставляет задуматься, насколько в жизни все хрупко и неприходящее. Иногда за суетой, за делами мы забываем главное о человеке, о людях. А все-таки в жизни это главное человек. В Терновском районе Воронежской области есть село Николаевка. Здесь жила большая семья Баниных. А сегодня Саша, Лида, Таня, Галя разлетелись по стране, и хозяйка этого дома, Нина Ивановна Банина, зимует здесь только с младшим, Володей. Да и тот, как весна, с открытием навигации на Волге, уходит в плавание. Володь, я хорошо запомнила нашу встречу на теплоходе «Волга-Дон-189». Мы тогда с вами много разговаривали о музыке, вы рассказывали о песнях, и вы мне доверили свою тайну, что вам особенно нравится из всех песен песня Пахмутовой «Нежность». Почему? Вы знаете, мое мнение вам может показаться странным, но я считаю, что эта песня – это судьба моей матери. Дело в том, что когда умер мой отец, мама осталась одна в возрасте 37 лет. Ей было очень трудно. Вы сами понимаете, что в деревне, в колхозе, везде требуются мужские руки. Но мама у нас очень красивая, к ней сватались много. Но она не согласилась. Она решила посвятить себя нам, детям. А их у нее пятеро. И она старалась сохранить нас всех и посвятила себя нам. Умер папа, и опустила без него земля. И как память об отце, мама пронесла нас через всю жизнь, как каплю. Она боялась расплескать эту память. А сейчас мы уже все взрослые, разлетелись по всей стране, кто где. Может, потому песня «Нежность» стала для меня любимой песней, что где бы я ни находился, а работаю я, рейсы у нас от Балтийского до Азовского моря, всегда, когда услышу эту песню, я вспоминаю о маме. Да не только я, наверное, все мы вспоминаем о ней. И знаем, что если мама слышит эту песню, она обязательно вспоминает о нас. Нежность. С той поры, как эта песня Александра Пахмутовой только-только начинала звучать в эфире, мы затихали у радиоприемников.
услышав мелодию, не зная еще до конца всех слов, напевали ее в часы своего раздумья. Песня оказалась нужной всем, потому что она заставляла звучать в нас самые дорогие, самые нужные, самые трепетные чувства. Об этом мне рассказывали при встрече люди самых разных профессий и возрастов. Я очень рада, что вы спросили меня именно об этой песне. Она очень дорога мне. Мой любимый, он живет в другом городе, и нам приходится так часто расставаться, что мне иногда кажется, разлуки даже чаще, чем встречи. И, наверное, всякому, кто хоть раз расставался с любимым человеком, знакомым, это чувство внезапной, страшной пустоты, когда твой человек может быть и не в небе, а на земле, вот всего за несколько сотен километров от тебя, и все равно опустела без тебя земля. И вот в эту минуту и сама земля, и листопад, и небо, и ты сам, все это едино, и все равно страшно тяжело, и хочется еще просить помощи у кого-то. И тут, конечно, может помочь эта песня. Да, песня нежности о любви. И она еще об одном чувстве, очень похожем на любовь, и все-таки немножечко ином. Она о нежности. Михаил Львович, я знаю, что вы любите песню Александры Николаевны Пахмутовой «Нежность». Вот чем она вам дорога? И еще такой вопрос. Смогли ли бы вы написать такую песню о нежности? Или ее могла написать только женщина-композитор? Вы знаете, этот вопрос непростой. Непростой, потому что, в принципе, наверное, каждый из нас может написать ту песню, которую он может написать. Хотя, конечно, без сомнения, те вещи, которые очень нравятся и которые очень дороги и становятся уже какими-то родными, ужасно хотелось бы, чтобы ты бы это мог сделать сам. Но это не всегда получается, вполне естественно. И в этой песне для меня очень дорого то, что она вроде бы лежит не совсем на проторенных привычных путях, которые мы привыкли испытывать, ощущать от музыки Пахмутовой, которую я очень люблю. Она, как оказалось, будет несколько иная, и тем не менее она все-таки пахмутовская. Я впервые ее услышал и не знал, что она пахмутовская музыка. Но думаю, вот Пахмутова, и в то же время все-таки это что-то иное. А потом я увидел ее в фильме «Ты тополь на плющихе», в фильме Татьяны Леозновой, и поразился, как она точно вошла в эту картину, и как картина, в общем-то, я хочу сказать, я
эту пьесу очень люблю и очень люблю Лёзнову. Но эта музыка приподняла эту картину, дала какую-то удивительную одухотворенность, какую-то нежность. Эта музыка, в общем, о верности, о преданности, о нежности, о расставаниях. Она в какой-то степени связана и, может быть, и с космонавтами, но, может быть, и с летчиком, может быть, с человеком, который вообще уехал. Это даже не так. Это еще шире. Это просто о людях и о том добре, которое мы должны дарить друг другу. Обязаны дарить друг другу. Наверное, нет такого человека, которого не любил эту песню. И, конечно, особенно близка она нам, женщинам. Потому что в этой песне сосредоточены все те чувства, которыми мы всегда полны. Это чувство ожидания, чувство любви, чувство огромной нежности. Женщина всегда рядом с ожиданием, с любовью, с грустью. Когда она девушка, она ждет любимого. Когда она женщина, она ждет мужа. Когда она уже взрослая женщина, она ждет своих сыновей. И это прекрасное чувство удивительно звучит в этой песне. Прекрасна песня эта. Ее хорошо петь и в грусти, и в радости. И удивительно, что она напоминает народные песни. Кажется, что она вышла из народа, что ее не написал один человек. И вот именно это чувство очень удалось Татьяне Доронине передать в кинофильме «Три тополя на Плющихе». Именно такое народное, самобытное, несколько необычное настроение пронизывает эту песню в кинофильме «Три тополя на Плющихе».